По словам врача-терапевта, важно перед погружением посоветоваться с лечащим врачом. Если чувствуете недомогание, простыли, ослаблен иммунитет или хронические заболевания в стадии обострения, окунаться не стоит. Остальным же советуют подготовить свой организм заранее, за месяц начать закаливание, чтобы не получить переохлаждение. Крестным ходом идти не спеша, после погружения растереть тело сухим полотенцем, надеть теплую одежду, дома выпить горячий чай с медом или малиной. Алкоголь в этот день категорически запрещается принимать. Не должно возникать спортивный азарт, соревнования с членами общества. И бахвалиться своим сибирским здоровьем. Все пройдет, все хорошо, все нормально. Совершение в прорубь – это по сути содержание в святой праздник. Неправильное проведение может привести к неприятностям.